Вот собрали тыкву с одного участка, 21 штука, 180 килограмм. Тут есть и по килограммчику, маленькая, по 3, по 5, по 14. Подбили промежуточные. Подбили промежуточные итоги с супругой. Маленько посчитали. Получается, еще без урожая на том участке тыквы, с ягодой совсем, самые минимальные цены брали, по которым можно купить. Это где-то 2200 белорусских рублей. Вот наш урожай стоит. Баксов 700. Получается на российские деньги. На наши, ну, на российские 70 тысяч, да. Вот, все посчитали, кроме тыквы за домиком. То есть, за тыквой не смотрели, помидоры росли самопасом. Да, посадить надо, удобрить надо. Никакой травы у нас не было за счет спанбонда и пленки. Травы не было. Занимались гусями и строительством. Все. Вот, думайте сами. Ягода своя, клубника, смородина, ежевика. Малины было очень много. Тыква еще за домом. Ну, в нормальных прибылях 1300 за минусом расходов на пленку. Вот так. Такое хозяйство. Всем добра, всем удачи и хорошего урожая.